делать, чтобы тебя на работу в царский дворец взяли? У нас все места заняты. Не, не все. Потому что я один на всем свете таким мастерством владею. Каким мастерством? А, ремеслом. Ты, главное, мастерством, а ты ремеслом. Ну, нет, мастерством, каким ремеслом? Каким таким ремеслом? Это я только царю могу сказать. Я советник царя, мне можно говорить. Не, я же сказал, только царю. Гоните его прочь. Не утруждайтесь, братцы, я сам иду. Вам силы поберечь надо. Это еще зачем? Так завтра вам советника казнить придется. По какому такому случаю мои подчиненные меня казник будут, а? А по случаю того, что вы меня, царю Бонифацию, на работу не взяли. Я же все равно к нему доберусь, я же единственный этим мастерством владею. Ну, говори, смерть, каким ты мастерством уникальным владеешь, чтоб я тебя на работу должен взять? А мастерство это, ваше величество, упорством называется. Вот таким голосом.